Хочу вам сегодня показать один рецепт из итальянской медицины, можно сказать. Как итальянцы лечатся от простуды и от вирусов. У них очень часто всевозможные вирусы здесь. И в основном, конечно, лечатся народными средствами. Вот одно из них. Что нужно? Нужен нам розмарин. Вот видите, у меня здесь буквально недавно я срезала. Он практически еще даже не засох, он свежий, да. Потом нужна нам будет сухая ромашка измельченная, половинка лимона и половинка яблока. Что мы делаем? У нас уже вода закипела, но я оставила еще на медленном огне. Мы сейчас закидываем яблоки наши. Закидываем в кипящую воду в течение буквально 2 минуток. И потом закидываем лимоны. Еще 1 минутку кипятим. У меня здесь литр воды. Вот на литр воды нужно пол лимона, пол яблока, кусочек веточки розмарина и 2 столовые ложки ромашки. Вот сейчас, когда вода закипит в течение 2 минут, да, оно немножко проварится, наши фрукты, мы закидываем сначала розмарин и через минутку закидываем 2 ложки нашей ромашки. Выключаем огонь, закрываем крышку и в течение 10 минут оставляем крышку закрытой, настаиваем. Ну все, вот мы все засыпали, выключили огонь, ставим крышку и ждем 10 минут. Ну вот, наш чай настоялся 10 минут, он может настояться и больше, 15, и 20. Чем больше, тем, конечно, вкуснее и ароматнее он будет. Потом с помощью ситечка я вот прямо в чашку и сцедила. Можете, ну, по чуть-чуть, да, вот его, чтобы он сохранялся в кастрюльке горячий, так вы потихонечку можете пить в течение дня и подогревать его, да. Вот я чашку только налила, пока хватит. Можете добавить сахар, но я рекомендую с медом. Прямо вот сначала ложку меда в рот, а потом запивать этот чай. Итальянцы так делают. И нужно выпить хотя бы вот этот литр в течение дня, глотками маленькими, по чуть-чуть. Простуду с рукой снимет. Если вы начнете с утра потихонечку его пить, до вечера вы сами почувствуете, насколько вам стало легче. Горло болеть уже не будет, кашель 100% успокоится, потому что у меня было такое, я принимала кучу лекарств, мне ничего не помогало. И вот с помощью этого напитка, если честно, мне стало намного легче. И сейчас действительно и температура упала, и кашля нет, и горло не болит. Поэтому, конечно, желательно пить этот напиток хотя бы 2-3 дня, вот так вот, понемножку горячим, да, с медом. Но вы уже, конечно, на ваше усмотрение смотрите, как вам будет удобно. Вот такой вот чайчик я вам рекомендую. Пейте на здоровье и всем здоровья. Спасибо, что подписываетесь на мой канал и смотрите дальше мое видео. Всем спасибо, всем пока!